Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Duck Dynasty. И мы проехали через всю карту. Наконец-то добрались. Интересно, что здесь. В принципе, можно вот так вот выходить из машины, осматривать различные места. Можно что-нибудь с помощью металлодетектора найти. Вот. Я был прав. Где-то рядом. Робот. Бобер. Схема робота-бобра. Нормально. Что я за это получил? Для этой дебильной лодки. Как это называется? Бампер или что? Знак, да? Вы искали знак? О! Мой пепелас раскрасился в новый цвет. The call you've been using up to now can bring in mallards, widgeons, and pintails. Today, we're hunting teals. For them, you need to use a different call. It goes like this. Robertsons are naturally competitive. Si, Jason and I have been trying to see who can shoot the most ducks from this duck blind for a while. Let's see how you do. For starters, see if you can beat my record. Time is limited, so you're gonna have to be fast. Ну давай, давай, попробуем. Вижу. Блин, ну те улетели, ладно. Да не, набьем легко. Лабрадорка обязательно что-нибудь схватит. О, летят. А! Хреново позвал. Летят. Отлично. Далековато немножечко сели. Так, ну еще 4 ути. О, у меня другой манок. Был только что желтый в руке. Хреново позвал, да? Нормально. Так, этих позвал. That wasn't bad at all, John Luke. И так нормально. Wanna take a crack at size record? 25 уток в 5 минут. Издеваетесь надо мной.
Не пролетайте мимо. Блин, мало. Блин, ну хрен знает. Так, среагировали. Хорошему надо бы кучу, конечно, этих собрать. Чем больше стайка, тем лучше. Ладно, успеем. Ну, еще 4 утки, у нас 2 минуты. Хорошо. Блин, ну если 50 уток за 5 минут, это будет жестко. Вон там стайка летит хорошая. Отличная стайка. Да блин, одну утку не подстрелил. А почему у меня манок меняется? То он... Бред какой-то. Смотрите, он сам пере... А, правильно, потому что какую утку последнюю звал? That was some impressive shooting. Hey, you've proven yourself so far. Why not try to beat Jace's record? Зараза, 32. Типа должен побить рекорды пацанов всех. Но мне надо всю стаю туда вырубать каждый раз. А тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушай, собака, хорош, рот закрой. Запарила в левое ухо мне тут. Блин, как они разделились-то неудачно.
долго думали. И это вы где решили приводниться? Блин, одну не успел. Как они не видят, что... А, уже нету трупов. Я думал, на воде столько трупов. А они не видят этого даже. Во, нормально пошло. Отлично. 6 туточек. Да что ж ты будешь делать? Не так немножко. Последняя-то где? Да ну вас нафиг! Куда она подевалась? Impressive, John Luke. Отлично. Еще бы не гордились они мной. Я уж запарился тут высиживать и угнал. О, какой у меня драндулет теперь. Так, что у нас тут? Гонка, не хочу гонку. Тизер. Давайте посмотрим, что такое тизер. Это электрошок. Что произошло? То есть это шокер. Как эта задача может быть связана с шокером, я не знаю. Хотя они, может быть, как эти придурки или как они там, когда бьют себя током, прыгают откуда-нибудь. Может, они подобные вещи устраивают. Стой! Эх, рассекать не хочу. На каждой станции есть лодка, машина. Я так полагаю, здесь кроме них, вот на этих владениях, никого больше нет. Лепота. Хотя это, наверное, скоро надоедает. С другой стороны, их там достаточно много, чтобы было не скучно. У них есть любимое дело, которым они вечно занимаются. Это делают манки, отстреливают уток, бобров, белок. Я буду оплакивать каждого бобра, которого пришлось застрелить. Хорошо, хоть машина не разрушается.
О, мы опять на эту штуку приехали. Склад. Why not? This morning, Si finds a security kit. Si, it's not funny. Si, right in the angle. And I'm feeling more secure by the second. Si! What? Put it up! We're making duck calls while our senile uncle is threatening everybody with a taser. Hey, it ain't like I'm gonna hurt one of you boys with it. Unless I intend to. It's funny as taser. Long as everybody lives. Это, говорит, смешно пока. Stay away from my beard, так, you little да. Brown devil. Что надо сделать? Куда туда идти? Са? 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 Ну понятно, это кривоногий, об него споткнется сейчас. Угу. А, как обычно, в коробку. Са, I told you to guard the door. What did I tell you to do? Я тебе, говорю, так говорил, охраняй дверь. Hey, I tased him. Now, you're supposed to tell me. Why do you even have a taser? I was on stakeout last night surveilling the beavers. Hey, I took that taser for self-defense. Against beavers? Защищаться от бобров? No, against Sasquatch, Skunk Ape, Bigfoot. I know what it is. Кого угодно. Hey, in addition to hunting and killing beavers, I hunt Bigfoot. There's no such thing. Willie, have you ever seen a Bigfoot in Louisiana? No. Well, you're welcome. For what? Keeping all the Bigfoots away from you. А, ну понятно, что. Ты, говорит, видел хоть одного Бигфута в Луизиане? Нет. Все это из-за того, что у него есть тизер. Старая шутка. Так, и чё? Угу. Ну, мы радио не слышим. Но зато видим, что... Ну, о, еще больше. А, без музыки нормально. Нет, это убывает, а это... О, это возрастает. Хорошо. Мы его усыпляем какой-то там музычкой. Тих, блин, вот это хождение в коробках. Это нечто. Они действительно этим занимаются? Или что? Ну понятно, в общем, он не должен меня засечь. Угу. Куда туда надо добраться. Ныкаемся рядом с коробкой. Раскидали, понимаешь, тут коробок. Нормально.
Ну просто их даже не складывают никуда, просто перетаскивают и все. Са, are you asleep again? Ты опять, говорит, уснул. Оп. Ни хрена не видит. Са, were you sleeping again? No, I was recharging my taser battery. And by taser batteries, I mean my eyelids. Я, говорит, перезаряжаю батарейки тизера. А под этим я подразумеваю мой, что там, желудок? Нет, стомач, желудок. Why don't you just go back to... Good grief. Так. Не разбуди. Надо, устелили дорожку вот этим пупырчатым полиэтиленом. Такое забавное это все. Спи давай. Тут зараза. Хорошо, что показывается, даже не надо на него каждый раз смотреть, чтобы тут восклицательный знак увидеть. Аккуратненько, аккуратненько. Почти дошли до конца. Дошли. А, теперь можно. Так, опять в коробку. Выключи свет и поменяй. Так, Вилли охраняет. Позвони ему на телефон. Вам звонят, бородатый мужчина. Выключить свет. Са, wake up. The boys are up to something. What do you expect me to do? Са, don't tase me. Са, I'm docking your paycheck. What's wrong with these things? Si, your reeds are defective. Hey, it's a poor craftsman who blames his reed. All right, you put it in wrong. Try it again. I don't understand. The last one I did was fine. Looks like the duck call extraordinaire has come to the end of his run. Hey, maybe you ought to let Cousin Bo take over for you. Good job, John Luke. Better get out of there before Jace figures it out. Ай, ребята, ребята. Такие вы, конечно. Упоротыши. Да, ну что ж.
У нас осталась гоночка неподалеку. Да, и тут опять же. Что интересно, тут еще можно открыть себе? Сокровища, лягушки, сокровища. Ладно, я думаю, на этом серию можно закончить. Увидимся в следующей. Какой мой грузовичок. Ух. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.